Давайте с дизелями. Да, Гвен, ты все равно не заберешь чего. Еще три осколка за просто топчик. Первый шорт пистол, второй сам или. Значит, по идее, все два плюща ему уходит. Там Вими первый был. Собачки есть? О, я выше самер. А тебе на холле приста? Нет, я на шп роли, не буду в этом говне играть. Я в шп. Вы же меня закинули в хилон. У меня мейн шп. Всем привет. Здравствуй. Привет. Ты сейчас дома? Линкану тебе сабочки. Ты дома, нет? Да. Заходи. Гер? Да, на проф. На место кого? Ой, я могу слот уступить, бля. Нет. Че мы твои будем бить по какой тактике? Смотри. Потому что в прошлый раз мы уже отстраили. В прошлом, когда погали мы, как по мне, тактики не для нашего рейда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 2800. 2800. 3400. 400. 200. Да можно пока с этого момента всем накинуть, потом уже докинуть и сейчас объем. Профу подойдем, будет перекур. А сколько? Минут 15-20? Сколько? Нечасто. Я его за покурить успел сходить. Ты 15-20 минут куришь? Нет, до магазина иду. Оу. Тебе не нужен плащ, Виби? Хорошо. Чё, свали плащ упал? Два. Едите. Спасибо. Сука, два кольца упало. Сколько там? 389 за него, Могильных, да? Да, у меня нету собачки. Ну да, сапфировые. Да я тоже, мастер, сука, жду, ну. Ты будешь забирать, да? Да. Нет, ты ему под 10. А, не под 10, сори. Бьем. Моб сверху жрет. Ну и как? Было неприятно. Я в совет, танкуйте кто-нибудь. Где там танки? А про другое, Варшок. Что там, мастер переагрил, чтоб он не сдох. Зашел? А вот тот ДЦ, который в другой гильдии,
Он в целках им ходит, может нам его как-то присумонить. А у них свой рейд будет. Надо своих ДЦ так одевать. Что там 2Т5 и всех всего делов-то. Блять. Влево-вправо побежали, нажали. А влево ушел. Я так понял, Саша, ты хочешь у нас еще пересесть на ДЦ? Не-не-не, я в ДЦ не сяду. Ну а чё ты? Я хули престом, нет, ДЦ это не мое. Подбежали сюда. Тут лох может потому. Виби, давай обусь. Побежал. Назад вернусь. Ладно. Да какая в хуй разница, все равно дамаг пройдут, а проходит. Это не обуз. Ну, иногда не проходит. Иногда не проходит, да. Не, пофигу по какой тактике пить, главное, чтобы нас хватило ДПС слить слизней, два. А так хоть Долора не танчит, вообще насрать. Конечно, что скурить по ней. Вестники. Нихуя. Перекур есть. Посплю как раз. Саммер, поставишь порт Долорана, пожалуйста? Нет, Виви, поставлю тебе, нет. 500 голды, блядь, или 20 ДСов. Пользуясь случаем, ребят, у кого есть лициты на продажу? Надо два. Квоэзиса нет на продажу. Да, мне два штучки надо. Один К, лицит. Нихуя ты индивидуальный предприниматель, блядь. Они на УКИ 850 стоят, блядь. Последователь Сельверада. За такое я и кауку сбегаю. Ну, в мире за 750 я покупал. 750-780. Есть у кого-то зисанит на продажу, три штуки? Кто тебе нужен? Гесанит. У меня, по-моему, оранжевый. А линка не, я посмотрю, банк есть у меня или нет. Линка не гиссанит, или у тебя нет с собой?
канал. А, нет, нет, он наебал. Я его продал, наверное. Медва еще сильнее. Не слышно. А у кого-то сердоль может есть на продажу еще? У меня 228 печатей, короче. А есть какой-нибудь оранжевый автолеролик? Есть. Ну извини, как бы. Тебя на нет? Линкани, я не помню, я продал ее или нет. Мне интересно, вот что эта херня дает? Это квест на шею. Там шея 277 будет, по-моему. Но так как шея все носит с острова, она бесполезная. Ну не все, как раз тот вот, человек. Вот, Линкану. Ну да, я не ношу. Я тоже. Красому и надо. Смотри, там гличать. Не, тоже продал. Чё-то я всё напродавал, а денег нет, бля. Так а шо, можно АФК это отойти? 5 минут еще. 5 минут. Блять. Чё, мне что-то продать? Я могу взять 5 знаков, плюс у меня голосов есть на 7 знаков. Угу. А что вы говорите, что я с острова уже бесполезная? Не-не, топовый. Топ. Всегда будет топовый. Ну, прок 800 атак пауэр, или сколько? 600 или 800? По-моему, 800. 900. Ну да, атака, атаки. Да если что, я еще раху. Ну, по-моему, если СПД дает 450, то атак пауэра в 2 раза больше. 800. Так. Понял. Тогда СПД дает 400, получается. Так, 235, угу. Будет 240. А гессаниты есть у кого? Оранжевые камушки. О, дай, блин, один. Сейчас подумаю. Дагер, она что-то там вообще лута, такое ощущение, что да, вся сахарбака закрывает. А что нужно апать по Т-10 по шмоткам, первое самое? А что будет? Мастер Текни? Там все одинаково. И с Т-10 все одинаково. Понял. Там одинаковый прирост. Ну, у меня, по крайней мере... Дагер, у меня 2 штуки. Ха. Ну давай один тогда. Потом, после профа. Давай. Сколько стоит? 500? Знаете, адекватную цену. На, забирай, забери, забери, забери. Да он всем продает по дешевке, что ты бери, пока дают. Дают, бери, бьют, беги, ты что, не знаешь, что ли?
Все правильно, ничего ему не продавай. Пайкин, я обижусь. Не хочет он, блядь. У него банки два есть, объясните. Два гиссанита и один фиксизмит. У тебя есть гиссанит, да, один? Есть гиссанит, один ночью. Продашь? О, касается. Все, все, я понял. Дайген подает по 500, куплю у него. Ничего ему не отдавай, он не согласился первый раз. Я хотел ему помочь, больше дать денег, чтобы он был богатый. А как этот дебаф на профе передается? Просто чтобы кто-то в зоне достигаемости возле был? Возле кого-то надо стоять, пробежаться, либо что-то еще. Просто пробегаясь возле этого человека, она передается. Слышишь, мастер, у тебя ДБМ какой-то паленый, я теперь не могу рейндж писать, он у меня не работает почему-то. Да, не, у тебя одного такого. Именно вот с твоим, с этим ДБМом. Он да, тот, что просто сам не появляется, он даже не пишется теперь. Через команду. Он в рейде не пишется. В ЦЛК. Deadly Boss Mods Option. Ну, мне как-то пофиг, я теперь ничего не сочи. Мне только и мешал дух. Бля, что за галочка мемность? Включи, будешь видеть. Мемы? Включи просто. Включил? Так. Никто не пуляет. Слушай, фу, блядь. У меня ассиста нет. У кого есть ассист, запустите ДБМ пул на 5 секунд. Понимаю, блядь, понимаю. Что мне там? Это определенно нравится уже. Пока. Вебинар, царь, заходим. Сейчас узнаем, что это. Там, ну чё, ебаный в рот, при пуле. Да. Шум написано сверху. Осталось попито в греческом режиме 49 из 50. Потому что один вайп был. Не было, точнее, вайп. Или был. Ну, это багается иногда. После 50 вайпов у нас ЛК не пустит больше. На этом коле. Так, дальше по тактике. Соответственно, первая фаза. Особенности от обычки. У вас на первой фазе только этот. Как? Что тебе сделать? СПД, СПД хоста. Так, соответственно, кидается чума. Чему в РДД зону? Или в РДД, или в миле. Вообще насрать. Далее, соответственно, для РДД хилов. Все смотритесь, давайте оперативнее. Дисклон? Да, вроде. Нет. Я лагаю. Для РДД хилов, соответственно, как его? Ваш приоритет... Что вы сделаете? Все сначала стоите в печенечке. Соответственно, босса поставят в квадрат. Стоите в печенечке. Если лужа, соответственно, кучкой бежим в ромбик. Далее, летит пельмень или опять лужа. Кучкой бежим в звезду. Дальше, соответственно, также летит пельмень или лужа. Бежим обратно в печеньку. Надеюсь, это понятно. Это вам на первой и на второй фазе. Соответственно, дальше. Отличие от обычки. Тут не станется на переходке на вторую фазу и на третью. Тут появляются два слизняка. И у вас под иконкой, где категория, появляется дебаф. Красная или зеленая колба. Если на вас зеленая колба,
Вы бросаете все. Соответственно, бежите в крестик. Встаете вот так вот. И стоите. РДД начинает, как появится зеленый, РДД начинает пить зеленого. Надеюсь, это понятно. Милишники, когда он подойдет, вы также вливаетесь. Стоите и хилите. Далее, красным, ребята. Красным вы убегаете в ромбик. Соответственно, цель выбралась с ромбика, он бежит по часовой стрелке. Не, да, по часовой. Надеюсь, понятно. Соответственно, все то, кроме перефаз, зеленым и красным слизнем, все то же самое. Соответственно, чтобы вас откинуло к РДД, надеюсь, это понятно, с зеленым, вы должны сами повернуться, в зависимости, с какой из трех меток они будут стоять. Стоят в печеньке, значит, милишники должны отлететь все дружненько толпой к печеньке. Стоят в ромбике, должны улететь в ромбик. Стоят в звезде, улетаете в звезду. Надеюсь, это понятно. Далее с красным. Если берется на милишник, милишники, вы идете против часовой стрелки. Соответственно, вот как бежит сейчас звезда. Далее. Если вы РДДшер, соответственно, вы бежите по часовой стрелке. Это со слизнями. На перефазах, когда будет два слизня, когда у вас будут дебафы. Если на вас зеленый дебаф, зеленая колбочка, вас будет выбирать только зеленый слизень. Если на вас красная, то вас будет выбирать красный слизень. Соответственно, в зависимости от колб, если вы зеленый, вы можете дамажить по зеленому, по красному вы не сможете бить. Соответственно, если красный, вы можете бить только по красному. На второй фазе, соответственно, также не ловим колбу, уклоняемся от пельменей. Каждые две перефазы все должны сделать правильно. Если вы сделаете правильно, мы его убьем. Соответственно, первая перефаза, зеленый убегает в крест, с красной убегает в ромбик. Также на второй перефазе, на переходку на третью, зеленый колбы убегает в крест, красный убегает в ромбик. Соответственно, если не стоит этот, здесь лужа. Это для красного. Если лужа стоит, или сбегаете в звезду, или убегаете в печеньку. Но вы должны это сделать кучно. Лучше желательно, конечно, в звезду, чтобы было подальше. Кто-то что-то не понял, спрашиваю. Объясни только, Медвей, что если вы в ромбик добежали с красным, вы не стоите, вы дальше бежите. То они сейчас остановятся и красного словят. Это с этим, как его? Это я объяснял с перефазами. Здесь понятно, да. Объясни, что с красным, когда на вас красная копа на перефазе, вы должны, и вас выбрал красный в цель, соответственно, вы должны бежать по часовой стрелке. Тот, кого выбрала цель. Надеюсь, понятно. Чек на готовность. МТ Винер. Класски, да. РДДшные пьем. Да. И прожимки оставляйте, пожалуйста, на переходную фазу. Еще раз чек на готовность. Рыбу поставил. Фулл баф отдали. Какой? А хатам или шаману нужно тотем на природу ставить? Может Сколько один. Может? Один из шаманов может ставить. Фелошер поставил. Listen, стой, 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 Кастауру. С воздаяния уберите, пожалуйста. Воздаяния здесь не надо. Поставьте лучше темной магии. Еще раз чек на готовность. Воздаяние не убрали. Убрали. Нет. Шреддер с воздаянием. Шреддер, поставь на темную.
Все, отчет на пол. Отличные новости, народ. Так усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Аверон. Готовимся играть по зеленым. По зеленым играем. Блять, забыл. Вот все. По зеленым играем быстрее. Алису прохил. Какие большие лужи. Стопнули по боссу. Переход. Переходка должен быть один. Вроде как. Или два. По колбам определились. Ясно. Легли. Диспелили чушку. Если бы я рылил по такой тактике, я сейчас забежал в этот крестик и не видел вообще ничего. Кинулся дебаф, я как сломя голову пришел в метку, которую поставили. Все. Где остальные были, я хз. Нас было здесь трое всего в этой красной метке на зеленом. Трое человек, остальные где? Да, что-то был не очень. Чулан, сколько траев даешь на понимание тактики? С 22.51, если до 12, максимум 5, если трай будет быстрые. Максимум 5. Ну с таким-то, блядь, сейчас, как я увидел, то трай будет быстрые, блядь. Если не попрет, значит надо менять ее. Если люди за 5 траев не поймут, что им нужно сбегаться. Так, стали рыбу, поедем. Можно? Мочи голову сам встал. Сейчас я бегу. Напомнить, если красный дебаф на тебе, мы стоим в РНЖ просто от красного слизня, да, и бьем его же? В ромбик. Да. Если выбери цель, соответственно, убегаешь. Ну, если нет, понятно, бьешь да. Красным. Ты видел это? Да? Короче, а тайномаг был на скильде, правда? Асум, да. Тыкните бычью голову при сумонте. Ага, все, я тут. А чё? А знаешь, где он сейчас? Где? В нашей союзной гильдии. Пусть там чё. В какой союзной? Да. Это, можно вставочку скажу? Алиса, слышишь меня? Нас сейчас, короче, зеленый откинул, мы были вообще в жопе мира. Ты подведи к нам профа. Скидывали доты всю хуйню. А потом можешь обратно отводить свой квадрат. Потому что мы сейчас отлетели, перевели, и мы бежали секунд по 7, чтобы профа начать бить. Поняла? Чек на готовность бафа проверили. После того, как слизень зеленый откинет, и мы его убьем, в какую метку мы встаем? Это после переходки? Нет, первый зеленый слизень. После того, как мы его убьем, в какую мы метку стоим? В печеньку возвращаемся или стоим в звезде? В зависимости от лужи. Приоритет в какую? В монетку или в звезду? В звезду же? Да, потому что мы разбежались, потому что на 2 кем. В звезду. Отчет на пол.
ложь, быстро. Маш, бернишь, ой, ну зада. Слишком далеко. Пробафайте его. Приводите. Побежали по меткам. Ай, блядь. Не кинул на красного, сука. Мой косяк. Диспельте с меня. Промазал. Тёма, давай я фанк. Ничего. Не, это будешь, будешь тянуть лужу-то, чтобы два раза красного замедлять, да? Да, да, я тяну лужу. Угу. Видишь, одна большая, просто промах. Я в углу, мне ничего не видно. Еще вопрос, Медвей. Сейчас в рамбе была лужа. На красного куда вставать? Также в звезду или в монетку? Можете сменить этот на звезду. Смотрите по приоритетам. То есть этот есть в печеньке лужа, есть в ромбике печенька. В звезде она, блядь, нету лужи. Соответственно, встали в звезду. Тёма, а ты тогда можешь в Кикунс гильдии? А? Ты тогда мага Кикунс гильдии? Да. А что так? 2 месяца не было в онлайне. Или месяц. А? Не предупреждают, но... нихуя не делают. Нет, он сказал, что шел и предупредил всех, что буду отсутствовать. Вернулся и тут вот. Не знаю, кого всех. Если бы он предупредил, я бы подписал. Это, Тём, я могу ошибаться, но, по-моему, оставляют со второго раза лужу. Первые лужи выпивают всегда. Да ну, я их подбил, там на то, что выпить, это не проблема. Ну, потом у нас просто они разольются, мне кажется, будет жопа. Ну ладно. Пока вы вот забиваете этих, я, как его, слезней, я их выпью. Босс на перефазе, он не хуярит лучше. Сейчас Тёма скилл натаскает, будет всех замедлять. Первого зеленого, какой выходит, вообще вроде не кидается. На каждого зеленого кидайте красноязычие. Красноязычие пашет по зеленому, если что. И по красному тоже. Я не знаю, ребята, вот знаете, вот рекаунте, когда смотришь ДЦ, там... вот когда написано сумма, это что, сколько раз нажал получается, да? Или сколько раз попало заклинание? Филов, порезать, мне быстрее слово щит... И если точечный только, то только сколько раз он нажал. Там уже символ показывается в рекаунте. Слово силы щит 151 раз нажал. Кто? Ой, назад. А почему у меня показывает 31? Потому что у тебя показывает символ. У тебя символ показывает, а не само слово силы. Символ 31. Символ, он хилит. А если типа хилить нечего, то он не хилит, поэтому не показывает. Понятно. Это что тогда? Избыточное надо смотреть. Избыточное Юки. Шарп и стул, бычья голова, император. Пиздец, у нас 10 крестов, что ли, ну? А, ну там тоже почему-то 29. 8. Не знаю, как это работает. Смотрю, блядь, нахуй, один белый, блядь, сука, в рекаунте на хиле. Ретрики какие-то. Кидайте желтую джагу. Лё, меня слышно, не? Чё ж да. без желтой джаги играете, не? На кого кидать? На слизня? На слизня, на босса, какая разница? Дополнительный отхил. А если на ретрике красный, на как на кого ты будешь кидать? На кого кинь, на того будет. Ну, какая разница? Поставьте шкаф. Не красную джагу, а желтую джагу. Нет, если на ретрика кинулся красный слизень, и он бежит, на кого он будет кидать джагу?
А кого кинет просто в ротации вместо синей джаги, он будет кидать желтую джагу. Какая разница? Ну так он в этот момент не кинет просто и все. Нормально. Кого там у нас? Уже налево сумонили. Ну теперь здесь. Баф, отдайте опять. Чек на бетоны. Кушаем рыбку, рыбка стоит. Ох, у меня скоро аллергия на эту тактику будет, нахуй. А крест типа из стены никак вообще, да, не вытащить? Ну, в плане... На стене он стоит, потому что зеленый вас не будет откидывать далеко. Сразу в точке вы будете дальше дамажить, но с этого смысла вообще нет. Ох, бафните, присты, дух. Еще раз чек на готовность. Спасибо. Все готовы. Отчет на пол. Лопасос Берри Маш. Два хила лежат. Это пистол тоже? Я бы не Берри, не продолжал бы даже этот трай. Маша Бейдж пистола. А, нет. Бьем, бьем, бьем зеленого. Походу пора заходить на холипалы. Меня не бернули еще. Он говорил, когда... Да. Понял, не услышал. Пять красный на мне, 3 раз подряд. Блять. Играем. От хилов далеко бежит. Не хватает за хил. Не спальните. Его не чувствую. Что? Это еще откуда? О, как не... Конечно, что не хватает, блять. Не холи пала нахуй 3 хила ДЦ, блядь. Ой, 1 ДЦ и 2 холи плюса. Ну, сейчас, вот, чисто, как я видел. Я жду, что правки не гребаные вот эти зеленые лужи. Я вижу, и я уже выпрыгиваю из К. Я первый оттуда выпрыгнул. Остальные как стояли, так и стояли. Сука, боже. Они, я уже выпрыгиваю. Там это видно. Прям вот видно, как они летят. Чолан, я туда пешком выхожу, когда оно уже разливается, и успеваю без получения. Я не знаю, как надо. А мне вообще не дамажит, понимаешь? Нужно, чтобы вообще минимум захила было. Минимум дамага по тебе. Так, по мне тоже не проходит дамаг, но я пешком оттуда выхожу. Прямо именно тогда, когда оно уже появляется. А я конченый хил, который смотрит в хилбот и не знает, когда глушу выливает. И... Сейчас было. У нас только 4 хила было, так что шарпистол вообще мне 160 цен. Со слизнями было неплохо, красного убили. А зеленого было 60% хп. Когда мы все полюбили. Чтобы вот так вот в луже хотя бы не дал. Да какие сопрот, камон, я просто даун. Ну, блин. Ща, исправим. Хирургу позвонишь, что ли? Вот растущая лужа слизи. Троллить меня решил, да? 50 тысяч войну зад. Чё делаем? Блять, учимся выбегать из луж. Чтобы вас, блядь, не дамажило. Чё мы делаем? Ну, все так же по этой тактике будем действовать. Что, пока ты... вы, блядь, не научитесь выбегать из луж. Отбегать в метку мы научились, блядь, из луж выбегать не научились. Учимся.
Вы точно уверены, что с этой тактикой можно убить этого босса? Ну, может, блин, убивали нашего босса. Вот, наверное, не наш рейд убивал, да? Или наш убивал? Да то же самое все получается, если там... Давайте меньше говорить и больше бить. Во-первых, у нас не тот состав. Потому что у нас 3 креста хила, блядь. А почему паладин никакой из ретриков не кидает? Уже кидает, Джо. Кидает. Даже 2 кидают. Отчет на пол. Рдд чуть подвинь. Ты бы допил, наверное. Я сейчас допью. Сложи, быстро. Отлично, проб. Повезло тебе. Ромбик, все. По местам. Быстро по местам. Дебаф посмотрели. Побежал. Хил рейда. Рекас. Беги, малышка, беги. Что-то я ничего не чувствую. Пельмень. Что? Это еще откуда? Красный плоть. На, блядь. Ноль анонса. Красно мы играем. Пельмень. Рекаст. Полбы. По зеленому. Служу. Пельмень. Ну окей, переходку мы убиваем, но после переходки полный пиздец. Полбы. Готовимся, РДД по красному. Красному играем, пельмень. Как бы тебе так сказать, холбы взрываются только если ты возле них стоишь. Они тебя не затронут, там их всегда. Диван на кого-то дайте. Ладно, ну если по этой тактике играть, то надо сатпроты, надо хилов, наверное. Штуки дверь, дру, бар, шама, холи, пала и ДЦ. 6 хилов, я думаю, тогда можно... 6 хилов себе... там много, если рука стоит, то 5 хватит. Не, если рука стоит, то 5, а если, чтобы никто не падал, то 6. Тут проблема была сейчас, в этот, как у зеленого не долили, например, полетел пельмень. Там хилы не захилили шредера,
Шредера выбрал зеленый слизень, но он стоял в крестике, и его не захилили. Хилы не хилят. А, ребята, колбы взрываются только в рейнже. По-любому, не кто-то взорвал колбы, а вы подошли к тому моменту, когда они взорвались. Нехуй возле них ходить вообще. Так. Так, у меня один вопрос только. У всех людей этот кидается? Хоть раз у кого-то была другая метка? У меня 4 раза трая, блядь, все красное. У меня первая трая зеленая. Это чистое совпадение, разные. Мастер. Тупое чистое совпадение. Разные. 3 раза разные. Да, пиво. Ребят, я ничего не хочу сказать, но у нас проблемы в хилах. Вот, допустим, Виби сдох, в него 6 секунд с 74% захила практически там не было. Вот 4 секунды, и он просто сгорел. Его просто не прохилили. Я могу этот, как его, сместить рейды. Не, смотри, в каждом углу должен быть капитан на саппорт, это 100%, да, и плюс саппорт. Этот, как его? Я смещаю завтра рейды, она завтра в 14 будет, он будет в 17. Целга будет... Не, давай. На часа на 2, чтобы... Злова давай будет. Вместо целка второго просто поставим допронос Гера, и все. На целка второе некоторые люди придут, блять, и оно будет. Допронос Гера я буду до 6. Понял? Ну, а все смогут до 6. Ну, я посмотрю. В 3, если просто... Я зломан убираю. Войд, смести его на 4 часа, пожалуйста. Сколько она будет? 3 часа. И на 7 поставь целка 25 обычку. Может, у нас РО или еще трайм? Да, РО. Некоторые люди у нас ушли. Ну, вот Алиса... Если б начали, соответственно, раньше... можно было бы время потратить больше на освоение профа, на освоение синдрома. Так у нас бесполезные рейды стоят. Так, что ты сможешь завтра целка? Кто поведет завтра целка 25 обычку? Ребята! Меня слышно, нет? Да. Я не знаю, сколько завтра приду. Вот, я надеюсь, я приду к часам 6, конечно, но, блядь, я не уверена, что я буду ни в обычке, ни в... Короче, пиво, я тебе думаю, что не могу отписать, а у меня, сука, мутно 5 минут. Короче, давайте-ка посмотрим. Да, ставить не буду по этому, по рейдам завтра. Так же будет. Мы посмотрим на понедельник, вторник, среду. Да я могу на завтра повести, но если я буду вести, мы не будем по этой тактике бить. Да, Зоил, еще тебе надо из ПДшки. А что тебя мастер? Да, точно. Да, тактика. Не знаю, блядь. Вообще, блядь, да потому что зеленый слишком медленно, ну, быстро долетает и постоянно откидывает тех. Нет, вы неправильно стоите, вы неправильно стоите, вот поэтому... Вас откидывают. Неправильно стоим. Да, можно стоять неправильно, так что тебя будет дергать, и у тебя будет прерываться каст. Он прерывает каст, и это все. Не прерывает, если ты правильно стоишь. Не прерывает. Да, да, я вот бил зеленого, не прерывает это каст. Это и нужно было тогда сказать, чтобы мы искали эту позицию. Ну, это... Если криво встали в угол, стараете, вы бы поняли. Да, ребята, да. И больно долго мы убиваем слизня, там пельменей бомжей накрыло, которые не видят пельмень в кресте, и там убил их, не знаю сколько. Меня там умерло убило. 2 человека и получили дохуище кто пельмени. Просто не хватило чуть-чуть дамага. Да, а не хватило, потому что надо занимать позицию. Тёма, АЕП. По РТ... все то же самое остается на воскресенье. Посмотрим на понедельник, как у нас будет с ЗС и будет допронос К25.